Всем привет, меня зовут Каратаев Игорь, проект GKMart, покупки с доставкой товаров из Китая. Сегодня наш выпуск будет посвящен холодному оружию. Вот данный меч, пришедший нам из Китая, был заказан для клиента, занимающегося ушу. И вот он заказал посылку из разных мечей. Сейчас мы будем все это снимать, показывать. И нагайки. Тоже инструмент для ушу. Чем-то напоминает кнуты. А теперь давайте подробнее об этом мече. То есть вот такой вот он выглядит, да? С кожаной переплеткой вдоль рук, по всей рукояти. Здесь для, чтобы рука не скользила, чтобы, вытягивая из ножен его. И вот такая вот деревянная ножна. Деревянные ножны, да, в общем. Получается, сам меч очень тяжелый. Он, наверное, килограмма 3. То есть, вот сейчас дальше я покажу вам. Вот так вот выглядит сам меч. Да, то есть сейчас мы его положим вот сюда. И посмотрим. То есть он тяжеленький. Вот, обратите внимание. Ну, режущая кромка этого меча, она не острая, так как он для тренировок, да, то есть это не боевое оружие, а тренировочное. Но сделано очень практично, классно, ну вообще. Я показал его товарищу, и он спрашивает, сколько, Игорь, я тоже хочу такое. Я говорю, не вопрос. Выполняем ваши прихоти. Ну, дальше сейчас будем демонстрировать вам следующие образцы.